Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я расскажу 7 правил об уходе за собой. А пока я вам буду рассказывать свои правила ухода за собой, напишите в комментарии одно свое правило. Перестаньте вестись на полоски против черных точек, они не работают от слова совсем. Мой способ убрать черные точки полумеханический. Я использую очень деликатную и правильную петлю вместе со средством, которое замачивает поры, и их можно будет легко потом удалить. Я разрезаю один диск на нос и на крылья носа. Накрываю все целлофаном или пищевой пленкой. Держу 15 минут. Постепенно снимаю пищевую пленку и ватные диски, чтобы нос не засох. И очень деликатно начинаю орудовать петлей. Я как ластик этой петлей стираю черные точки с крыльев носа, из всех складочек. После этого лучше нанести успокаивающую маску, которая не забивает поры. Как убрать утренние отеки? Самый мой любимый – это холодные патчи для глаз. Строго держу в холодильнике, чего и вам советую. Разные патчи, легкие, которые можно использовать на каждый день. Эти патчи с экстрактом огурца я заказывала на Look Fantastic. Это английский онлайн-бутик косметических средств. И второй вариант – это патчи «Тяжелая артиллерия» перед выходом куда-нибудь в свет, перед нанесением тяжелого макияжа, чтобы хорошо увлажнить область под глазами и убрать отечность. Это долгодействующие патчи на тканевой основе. Их можно держать до часа, непосредственно перед тем, как вы наносите макияж. В описании я сделаю подборку всех продуктов из этого видео. Как обычно, все ссылки будут в описании. Когда у меня заканчивается какая-нибудь сыворотка? Это, наверное, самый простой лайфхак. Нужно использовать обычную теплую фильтрованную воду, добавить 3-4 своих патча, все тщательно перемешать, патчи вскоре растворятся и создадут гиалуроновую сыворотку, которую можно будет перелить в красивую баночку и пользоваться ей перед макияжем или просто закреплять кремом. Она совершенно не липкая и сохраняет свойства патчей. Очищай кожу без вреда для нее. Гидрофильное масло не ломает ресницы, снимает даже водостойкий макияж, сужает поры и не растягивает кожу. Наношу на сухое лицо и делаю легкий массаж. В эти выходные Look Fantastic празднует черную пятницу, и масло это можно урвать за 344 рубля. Масло гидрофильное заканчивается очень быстро, поэтому лучше закупиться побольше. А тем временем после массажа я смываю все водой, масло превращается в молочко и легко удаляет макияж. После чего я протираю лицо полотенцем и наношу свой уход. Прежде чем воспользоваться какой-то инъекционной медициной, попробуй другие способы подтянуть и улучшить свое лицо. Я много слышала о микротоках, они воздействуют на клетки кожи, мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды, после чего кожа будет лучше обновляться и подтягиваться. Будет уходить лишняя вода за счет воздействия на мышцы и лимфотоки. Даже я задумываюсь иногда себе что-нибудь куда-нибудь подколоть, а у меня в принципе нет никаких явных деформаций, которые нужно как-то исправлять. Делать это нужно только в самом последнем случае. Естественно, когда вот вы уже решились, вы уже пошли к этому, я не исключаю это, но 7 раз подумай, 1 раз отрежь. New Face. Он действительно с доказанной эффективностью, я его заказывала также на Look Fantastic. New Face — это микротоковый аппарат, который воздействует на верхних, так и нижних слоях эпидермиса, тем самым увеличивает обновление кожи, обменные процессы и работает как зарядка для лица, то есть не нужно делать фейсбилдинг, делать это нужно курсом, увидите вы результат не скоро, к этому должно быть подключено правильное питание, т.д. т.п. Поскольку правильное питание мне только светит, я заметила на себе легкую подтяжку и более быстрое обновление кожи. Вот сейчас батареи жарят просто капец, у меня все лицо сгорело, вот я не знаю, как по-другому сказать. Я начала шелушиться, облазить кожу, я начала делать микротоки, и процессы обновления пошли намного быстрее. Этот аппарат направлен на омолаживание кожи, я попробую, протестирую, так скажем, на своей маме, и дополнительно, возможно, еще где-то что-то напишу.
Наши волосы состоят на 90% из протеина. Это средство у меня как домашняя спа-процедура. Я ее обычно делаю лежа в ванной. Наношу протеиновую маску не только на кончики, а по всей длине. Чтобы усилить впитываемость, я создаю парниковый эффект. Накрываю волосы в маске пищевой пленкой либо целлофановым пакетом, оставляя на 30 минут, чтобы волосы хорошо пропитались и взяли все из этой маски. Тщательно промываю, сушу, и вы увидите результат. Поэтому всякие кефирные маски тоже работают на волосах, потому что в них есть какой-то процент протеина, правда, они потом начинают дико вонять. Повальное увлечение делать себе кератиновое выпрямление, конечно, очень сильно портит волосы. А во многих кератиновых составах находится формальдегид. Серьезно, формальдегид, но не во всех. В любом случае, кератиновое выпрямление дает лишь временный эффект. Кератином вымывается ваш собственный протеин, и таким образом волосы потом становятся пустые, сеченые, пористые после кератинового выпрямления. Не тяни волосы, не растягивай их. Сохранить вообще волосы поможет правильная расческа для мокрых волос и массажа кожи головы. У меня это Tingle Teaser, кастомизированный наклейками. Этот Tingle Teaser, хоть он и такой смешной с наклейками, наклейки шли в комплекте, я его сама кастомизировала. Именно этот идет для мокрых волос, то есть ваши волосы не будут растягиваться. Ну, естественно, если вы будете расчесывать их с кончиков, а не от корней. Многие не любят сухой шампунь в аэрозоле, я их понимаю, мне тоже он не очень нравился, потому что он оставлял белые такие седые проплешины. Это сухой шампунь в муссе, муссовой консистенции, как пенка. Она придает объему, убирает излишки себума. Это как экстренная помощь грязным, тонким, лежаным объемом волосам. Эту пенку я наношу исключительно на корни волос, хорошенько все втираю, при необходимости подсушиваю феном, и вуаля! Почему люди не додумались раньше? Реально чисто, я не знаю, как это работает, но, возможно, она же чуть-чуть намокает, при том, ну, когда вы ее наносите. Я такого действительно еще не видела. Можно потом посушить немного феном, но вообще она высыхает очень быстро. На их темных волосах следов нет, и, естественно, на светлых волосах следов вообще не будет заметно. С вами была Даша Кей, до скорых встреч, пока-пока. Увидимся в следующем видео.